Меня зовут Богомолов Максим Игоревич, замглавы по экономике и торговле Ленинской администрации. На сегодняшний день у нас происходит демонтаж незаконно установленных павильонов по решению суда, в исполнении судебного акта, вручение главы города происходит. Данные павильоны в добровольном порядке в месячный срок после вступления в юридическую силу решения суда не снеслись собственникам, поэтому производится совместно с службой судебных приставов и администрацией города демонтаж незаконно установленных павильонов. Такая работа будет продолжаться? Такая работа ведется и будет продолжаться, пока у нас не освободятся все земельные участки от незаконных построек. К сожалению, это происходит очень долго. Работа такая ведется всеми службами, которыми этим занимаются в городе. Электричества нету здесь. Говоря. Сейчас я звякну, чтобы тебя подождали. Давай, собирайся. Брюко.